Дмитрий Левось, политолог, международник, эксперт Центра Объединенная Украина, с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот мы видим, что Украина продолжает сотрудничество с нашими партнерами западными, подписывает договоры о сотрудничестве в военном плане в том числе. Как оцениваете документы, подписанные с Польшей, учитывая, что там много пунктов и много, к сожалению, или тут вы уж точно сами скажете, много намерений? Ожидалось, я, честно говоря, как раз мое внимание было больше сосредоточено на том, чтобы стороны все-таки уже не просто начали договориться, да, уже о чем-то какие-то предметные договоренности, ну, скажем так, прописали, что ли, да, и подписали касательно закрытия неба хотя бы над западной частью Украины, но пока что тут только продолжают диалог в этом вопросе о перехвате российских ракет и дронов. Как вы оцениваете этот документ? Чего ожидали? Знаете, я тоже думал о том, что все-таки договор может быть и более, да, расширенным, хотя на самом деле тут скорее, знаете, больше можно было, ну, более такое проблематично то, что столько времени проходило, а с Польшей договор не был подписан. Да, то есть, хотя, казалось бы, логично, Польша наш ближайший сосед, Польша страна, которая действительно первую, самую тяжелую часть войны и приняла огромное количество наших беженцев и помогла нам в плане вооружений, да, то есть вот про 45 пакетов помощи, где на 4 миллиарда долларов, которые, в общем-то, были, и это главный логистический хаб. И тут, казалось бы, уже столько времени, а договор, он, в общем-то, уже стал по счету только 21-м. Да? То есть вот этот вот момент настораживал, то есть даже много у кого складывалось мнение, что, возможно, что-то не так. Да? Но на самом деле все-таки сам договор показал, что все-таки эти отношения так продолжаются. Более того, символичность договора, который был заключен перед непосредственно Вашингтонским саммитом НАТО, где и Польша является одной из важнейших составляющих на европейском континенте для НАТО, и то, что оба президенты, премьер, что они оба говорили непосредственно там, и то вот это решение, которое выделяет договор из других, нестандартное, о создании украинского легиона именно на территории Польши, что особенно отмечал президент Украины Владимир Зеленский. То есть это такое показательное, кстати сказать, тоже в определенном смысле отсылка к нашей истории и украинской, и польской, и даже больше, наверное, польской, в истории которой легионы поляков, которые формировались за границей для борьбы за свободу своей страны, очень символично. Это такое включение в пространство символов именно для простых поляков, очень интересное. И передача авиации. Это такая достаточно, это сильная позиция, хотя, конечно же, речь идет о МиГ-29. Но и, знаете, все-таки вот этот вот диалог о том, как помогать противовоздушной обороне Украины, очень, как по мне, это хорошо, то, что он включен в этот договор. Да, об этом идет речь, Туск говорит о том, что да, что нет никаких иллюзий, что это будет достаточно тяжело продвигать, потому что это в системе НАТО, но то, что Польша пошла на этот шаг и включила вот эту возможность вообще в соглашение, это очень показательно. Хотя, конечно же, да, с другой стороны, мы можем говорить о том, что, ну, например, польская противовоздушная оборона
не сбивала до сих пор даже те ракеты, которые залетали в ее воздушное пространство российское, да, там пусть там малое время для реагирования, но тем не менее это уже было, но сам по себе вот этот вот сдвиг и готовность продвигать вот эти интересы в рамках НАТО, это, как по мне, такой достаточно показательный момент. Точно, слушайте, я, наверное, не совсем понимаю скепсиса, да, который часто в украинском информпространстве выражается, как мне кажется, вот сейчас были такие также ноты определенные, но это более чем 20-й документ, который говорит о поддержке Украины со стороны западных союзников. Это документ, в котором есть конкретика, в том числе один из самых главных пунктов о том, что Польша обязуется продолжать быть хабом военной оборонной помощи, Полокхаб называется, по-моему, этот самый вот эта инициатива, это хорошо, учитывая те настроения, которые ныне витают на территории Европейского Союза и Европы, мы не можем забыть то, как из Украины не пускали украинское зерно, что наталкивало на мысль, а не будет ли такой же ситуации с вооружением, которое идет в Украину. Польское государство в лице Дональда Туска сказало о том, что не будет ни в коем случае такого, и то вооружение, которое предоставляется Украине союзниками, будет идти в Украину. Как бы это, собственно, ни странно звучало. О ракетах и дронах. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Министерство обороны Польши и Украины будут проводить консультации, как правильно вот эту вот всю схему выстроить. Дмитрий, по вашему мнению, какой бы эта схема, как эта схема может выглядеть, чтобы она была максимально эффективной? Потому что ныне вот в СМИ, по крайней мере, и в заявлении, что господина Туска, что господина Зеленского, вот есть фразы о том, что если ракеты и дроны летят в сторону как бы Польши, вот только тогда, возможно, это сбитие будет происходить. Как вы это видите? Ну, на самом деле, этот диалог и консультации действительно они уже и шли, да, то есть насколько мы можем судить, и это объективно. Более того, польская противовоздушная оборона из, наверное, из всех стран НАТО, ну, если не считать страны Балтии, возможно, Финляндия, ну, однозначно поле противовоздушной обороны Польши и так в достаточно напряженном состоянии вынуждены работать, потому что там действительно эти массированные ракетные и дроновые удары по территории Украины для нее это ну, в любом случае испытание и иллюзии относительно того, что удар может быть нанесен по территории Польши, я думаю, что уже ни у кого и нет, тем более, что мы видим, что Путин постоянно испытывает на прочность, постоянно делает провокации. Да? То есть это, и я думаю, что там это тоже прекрасно понимают. Поэтому на самом деле, я думаю, что может быть определено, ну, тут лучше, конечно, спрашивать специалистов по противовоздушной обороне. Я думаю, что в практическом исполнении может быть определена какая-то определенная линия от границы Польши, где будет взаимодействие вместе украинской и польской системы противовоздушной обороны, залетевшая за которую ракета или шахет автоматически считается такой, что угрожает Польше. А это может быть, учитывая скорости, с которыми идут ракеты, да, там может быть и 100 километров от границы, и там 120, то есть приблизительно так. Но тут дальше уже взаимодействие все-таки должно быть, я думаю, какое-то конкретное на линии там, и системы, и оперативного взаимодействия командования, и автоматических систем. То есть вот так вот. Поэтому на самом деле это не, я бы не сказал, что невозможное решение, но это то решение, которое действительно требует такого оперативного взаимодействия. Поэтому, то есть, в общем-то, и логично, что Польша поднимает вопрос и относительно НАТО. Да? То есть ну, мы уже видели заявление венгерского министра иностранных дел, когда вопрос этот поднимался еще весной, когда Сиарто рассказывал, что и, мол, это неправильно. И, возможно, другие страны до сих пор не поняли и будут считать, что это вовлечение в войну. Но я думаю, что на самом деле это тот вопрос, который все-таки жизненно необходим тоже и для Польши, и для НАТО.
действительно жизненно необходимых, да, взаимоотношений между Польшей и Украиной. Вот давайте вспомним еще и о том, что в Варшаве президент Украины провел встречу с президентом Польши. В частности, Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуда о российских ударах по Украине и уточнил, что необходимо для большей защиты украинских граждан. Кроме этого, президенты обсудили соглашение о безопасности между Украиной и Польшей, оборонное сотрудничество и основные приоритеты потребности сил обороны Украины. Зеленский также отметил, что украинская армия защищает безопасность Польши и Европы, и Украина благодарна, что Польша ей помогает. И, как мы видим, сейчас больше, конечно же, акцентируется внимание на том, что Польша помогает в оборонной сфере Украины. Но пока что еще не ведется разговор о том, чтобы, возможно, да, польские и украинские войска совместно также проводили учения для дальнейшего укрепления тех же границ, в том числе. Мы видим, что НАТО, да, это один вопрос, но также о внутренней европейской безопасности много сейчас стран Европы задумываются, и в первую очередь Польша. Мы видим ее действия на границе с Белоруссией. И как вы считаете, в дальнейшем, в перспективе взаимовоенных отношений, полезно было бы для двух стран объединять, скажем так, две армии для, ну, взаимодействия, скажем так, в дальнейшем? На самом деле это взаимодействие уже и было, да. То есть, и, кстати сказать, вот Владимир Зеленский, когда говорил о создании Украинского легиона, то он тоже упомянул о бригаде польско-литовско-украинской, да. То есть вот это такое достаточно уникальное было. Ну, почему было? Но есть это соединение, да, то есть, которое, понятно, да, оно не функционирует на постоянной основе, но оно есть. Этот опыт взаимодействия есть. Это для Украины это было важно, как взаимодействие со странами НАТО и со своими ближайшими соседями, опять же, в таком геополитическом плане, поскольку тут, кроме Польши, еще и Литва задействована. Было взаимодействие в сфере безопасности еще до полномасштабного вторжения, опять же, с Польшей и Литвой вместе. Это Люблинский треугольник, которым тоже не надо забывать, и благодаря которому, в общем-то, вот эти связи были налажены, да, во многом. То есть вот этот вот момент. Поэтому, да, у нас не только это важно и не только это перспектива, это, в общем-то, как раз тот опыт, который уже есть и возобновление которого именно действительно в рамках такой безопасности уже внутриевропейской. Там в рамках вот именно этого уже имеющегося даже опыта есть возможность для объединенной Европы строить, ну, некоторые свои наработки уже, которые будущие, и системы, и возможность взаимодействия по уровню, на уровне вооруженных сил. Почему именно на уровне вооруженных сил, спрашивал, потому что все-таки Люблинский, согласитесь, треугольник, это такой региональный альянс, более направленный, ну, скажем так, для политического, экономического, культурного, социального, да, сотрудничества. Да. Поэтому важно было бы, вот, чтобы именно армии, да, взаимодействовали. Да, это уже, надеюсь, на светлое будущее. Это на границе тоже, да, потому что мы помним тогда как раз перед полномасштабным вторжением вот тот кризис на границе с Польшей и Литвой, который через Беларусь создал нелегитимный президент России Путин вместе с Лукашенко, да, то именно тогда вот эти консультации, которые постоянно шли, потому что, понятно, они искали и лазейки через Украину тогда, да, как этот кризис создавать на территории, на границе Польши с Украиной через вот этим заведением масс мигрантов. То есть все это взаимодействие было, этот опыт есть, и он, кстати, никуда не ушел. Поэтому именно эти схемы, которые тогда были наработаны, они, кстати, могут быть и распространены и на работу внутри Европейского Союза и с другими странами Европейского Союза.
Исходя из переговоров накануне того документа, который был подписан между Украиной и Польшей, вы нашли для себя ответ, когда польские войска могут быть переведены, скажем так, на территорию Украины? Возвращаясь к той инициативе господина Макрона, президента Франции, возможно, этот документ становится такой дверью, что ли, для этой инициативы в контексте Польши? Знаете, в принципе, ну, можно говорить об этом, да, то есть, и как по мне, этот вот такая, таким, скажем так, дух вот этой идеи, он там незримо витает. Относительно конкретных сроков я бы все-таки не стал говорить, да, почему? Потому что, ну, это, наверное, то как раз именно вот тут надо, помимо того, что написано в документе, надо слушать то, о чем и говорят президенты и премьер-министры при подписании. Вот. И тут все-таки я склоняюсь к тому, что Польша будет действовать. Польша, в принципе, готова к поддержке Украины в такой связи, но это тоже будет коллективное решение. То есть такая такая неафишированная коалиция по этому вопросу есть, но именно как там будут приниматься решения, пока что об этом говорить сложно. Спасибо вам, Дмитрий, за то, что нашли время для нас и обсудили взаимоотношения Польши и Украины на сегодняшний день. Дмитрий Левос, политолог, международник, эксперт Центра Объединенная Украина, был с нами на связи. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.